В железнодорожном районе города объявлена война владельцам самовольно установленных киосков. Специалистами администрации Хабаровска выявлено 5 незаконных конструкций. 3 из них уже опечатаны и вывезены на специализированную площадку. Комитетом по управлению железнодорожным районом постоянно проводятся работы по выявлению самовольно установленных торговых объектов, киосков, павильонов и так далее. Значит, вот сегодня проводится работа по организации освобождения земельного участка от самовольно установленного киоска. Павильон на улице Воронежской появился всего неделю назад. Владелец конструкции разрешительных документов на нее не имеет. После предписания о сносе собственник решил не дожидаться решения суда и самостоятельно за свой счет убрать киоск. Действительно, этот киоск располагался на территории, находящейся в собственности, но организация его въездов, подъездов осуществлялась на городской территории в границах красных линий перспективного развития улицы Воронежская. И его размещение, и подъезд к нему, организация пешеходных связей, оно влияет на развитие улично-дорожной сети улицы Воронежская. Все стихийно установленные павильоны подлежат сносу. При этом по закону получить земельный участок в аренду под киоск можно, но только через процедуру аукциона. Если он не будет нарушать городостроительные нормы, то есть какие-то определенные требования размещения по требованиям ГИБДД, управления благоустройства, то возможно будет приниматься решение на комиссии при управлении торговли по его размещению. В прошлом году только в железнодорожном районе города было выявлено и вывезено на специализированную площадку 15 незаконно установленных павильонов. В этом еще 10 киосков пойдут под снос. Анастасия Пицон, Дмитрий Папуша, Хабаровская студия телевидения.